Железный нож с костяной рукоятью, точильный камень для заточки инструментов, глиняные погремушки и игрушки животных – все эти предметы обнаружили археологи на Введенском раскопе. Посчастливилось найти и обрезки обуви мастера-сапожника. Все эти предметы датируются концом 15-го, началом 16 веков. Что касается наиболее интересных индивидуальных находок, то собрана серия детских игрушек, собраны бытовые вещи. Среди наиболее интересных можем отметить практически полностью сохранившийся железный нож, сохранившийся костяной рукоятью. Также нами были обнаружены кожаные ножны, которые предназначались для хранения и переноса этих самых ножей. Я уже говорила про детские игрушки. Вот, например, крайне интересный вид имеет эта самая погремушка, абсолютно целая. Гремит, если ее потрясти. Вот такая замечательная вещь конца 15-го, начала 16 века. Археологи обнаружили немало стеклянных браслетов и всевозможных бусин. Среди предметов христианского культа были найдены нательные кресты, иконы и крест-складень. Интерес для специалистов представляют и деревянные предметы. Удалось обнаружить даже хлебопекарную лопату. Во-первых, мы смогли найти образцы деревянной архитектуры, мы смогли проследить топографию средневекового города. Помимо жилых построек, нами были зафиксированы и деревянные улицы, мощенные бревнами. Очень интересная их планировка. Были также зафиксированы заборы, частоколы, плетень. Все это позволяет прикинуть, какие были размеры у усадеб средневековых горожан. На Введенском раскопе было найдено большое количество костей животных. Сейчас они отправлены на археозоологический анализ. Специалисты смогут определить видовой состав животных. Также были взяты образцы древесины на дендрохронологический анализ. Он поможет с точностью до десятилетий определить, когда была возведена та или иная деревянная постройка. Во-первых, мы можем судить об уровне достатка тех или иных жителей нашего города. Также мы можем определять специализацию наших усадеб. Так нам посчастливилось найти следы работы мастера-сапожника. Мы нашли большое количество обрезков кожи, свидетельство того, что мастер изготавливал кожаную обувь. Эти обрезки достаточно информативны, также позволяют проследить технологию работы мастера-профессионала. Многие из находок Введенского раскопа можно будет увидеть на выставках в Рязанском Кремле. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».